Доброго времени суток, господа, товарищи, любители стратегии. Приветствую вас на Героем канале Восход, с вами Михаил. И мы продолжаем играть в замечательную игру Total War Attila. Дополнение римский, последний римлянин за фракцию Франки. Что же. У нас тут всего много интересного происходит. Да, у нас намечается восстание в провинции. Господи, я это никогда не выговорю. Новем Популана. Да? Ну, легче говорить, что это Бордо. Провинция Бордо. Хоть это и город, а будет у меня провинция Бордо. Шуть бы с ним. Удалось в прошлой серии нам захватить без потери короля и каких-либо других отрицательных последствий чумной город Талос. Хотя, знаете, лучше бы я его не захватывал. Да? Потому что он дал мне очень-очень много минуса по общественному порядку. Пух. И у меня теперь неминуемое восстание. Хотя вроде бы уже удалось снизить его и выйти там в плюс небольшой. Благодаря вот хранителям. Ну вот. Что называется, вернул на свою голову. Да. Так, вот мы видим, что можем построить гарнизонный лагерь. Плюс 5 к общественному порядку. Давайте так и сделаем. Так, королем мы уже походили, идем по направлению к Арвернам. Пытаемся мы вот этот стек перехватить. Посидел, разобрался в дипломатии. Оказывается, да, ребята, да, еще раз, да. Когда вот этот стек пропал, вот этот, от этого города, я подумал, что они просто очень далеко к себе отошли. Нет, ничего подобного, они пошли к Вестготам, сделали крюк и вышли к Валентии. Легко. О, у них заключился договор о праве прохода. Представляете? Вот так. Я попытался с ними что-то подобное заключить, но нет. Никак нет. Черт, я деньги потратил. Вот я. Чудак. Чудак, придется там отменить. Мне вот важнее вот этого гада убить. Хотя, конечно, шанс шанс маленький. Всего лишь 43%. Но успех. Ну хотя бы ранили. Хотя бы досаждать не будет наши войска. Так. Что делаем? Значит, нашими войсками как-то. Как-то идем, пытаемся догнать этого гада. Срать мне на этих визготов, честно говоря. Если стек отступит к ним, я пойду и к ним. Подумаешь, там немножко минус будет положение наше дипломатическое. Да и хрен с ними, у нас равно... Я посмотрю, у нас со всеми полный минус. Никто с нами общаться не хочет. Договоры, союзные каких-либо договоры заключать тоже не хочет. Там просто тьма. У нас плюс только 40 с визготами. Все остальные у нас минус. Так что нам терять особо нечего. Да, ребят? Абсолютно нечего. Так. И еще Ситуевина у меня здесь, да? Убегает от меня эти гады. Они уже восстановились. Давайте попытаемся их задержать как-нибудь. Вот изнурение, мне и не надо изнурение, мне надо другое. А, еще и провал на кучу. Что ты будешь делать? Так, а это сколько оно стоит? Да недорого. Ну постойте выходок, а? Мы с вами побьемся. О, блин, мне еще и на ускоренном марше я не заметил. Ха. Вполне могут напасть. На нас не готовы, да? Ладно, посмотрим, что из этого получится. Так, что у меня тут еще? Фараберт. Фараберт, смотри, 77 очков влияния. Ну-ка, магистр конницы. Где туда? Так, а ты на магистра пехоты иди. Остальные вроде никто ничего никуда больше не хотят идти. Так, и да, вот тебя попросим нам собрать поддержку.
Может, хоть у тебя это получится. Ну что, в принципе, все. Давайте делать ход. Да уж. Грабят они второй наш город. Здесь мы видим, что прибежало много отрядов. Три полустека. Я вынужден отойти. Вот только он отходит, идет совершенно не туда, куда надо. Ой, дебил. Ой, дебилушка. Олень, ты не мог отступить на свою территорию, придурок. Да, ребята, ну тут все, ну просто жесть. Просто жесть. Я хрен знает, что с этим можно будет сделать. Подороже жизнь отдать. Сражение вперед. Стрелки. У врагов подкрепление. Шикарно бежит. Наш единственный шанс это перестрелять. По-быстрому убить вот этот первый. Враг на подходе. Че вы делаете, придурки? Вот же вы дегенераты, а? Так, нам очень необходимо поймать их генерала. Отлично, мы его ловим. Так, вы вперед. Убить. Отходите. Все, отлично, молодцы. Гасите. Вперед сюда. Мы потеряли преимущество. Так, вы отходите. Все, они все отходят. Строим линию, я сказал, ребята. Все наши комятся. Ай-яй-яюшки, ай-яй-яй.
О, потеряли мы огромное количество конницы нашей. Но мы разбили первый стек. Засада! Берегись! Нам устроили засаду! Сюда, твянь. Так, накидывайте, ребята, накидывайте. Давайте, 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 лучники. Все сейчас от вас зависит. Давайте вот и по этим конницам накидываем, все, молодцы, справились. Отходим дальше. Лучники, давайте их херачьте. Так, вот этих не надо идти, просто бейте по ним. Зафигачивайте этих гадов. Все, отходим. Ускорение. Бейте, ребята, бейте их. Наши войны бегут с поля боя. Какой позор! Херачим, ребята, херачим. Немного осталось. 12. Бей ты его. Люди бросают оружие и бегут с поля боя. Ну, скотина, бегите. Наши ряды дрогнули. Блять, очень много их. Ай, ребятюшечка, а чё же вы как пошли-то? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, всё, да. Наши люди бегут, спасая свою шкуру. Ну, почти два стека мы схерачили. Но дальше уже никак. Да. Обидно, ребята, обидно. Было бы хотя бы два отряда. Я бы справился. Люди бросают оружие и бегут с поля боя. Может быть, у нас он все-таки спасся. С
Слушайте, ну а у нас он спасся. У нас два отряда выжило. Сам Хильдеберт и еще один отряд фрачников. Остальные у нас все умерли, зато мы ихнего командира убили. Здесь три отряда еще всего положили. Во втором командира тоже убили. Ну тут. Ну вот этот самый последний, который шел. Ну и здесь мы полностью все нафигачили. Ах ты ж! Не выжил, да? Ну что, братюня, вот так вот. Вот так вот. Троих командиров мы их не убили. Ну и своим поплатились, Хильдебертом 6 ранга. Что ж, сами виноват. И у нас в варвернах чума. Плюс еще и восстание. Кончился у нас период мира и спокойствия, я так понимаю. Все по новой. Хоть контроль прибавили. Да, ребята. Это полная засада. Здесь у нас кто мог? А, Виена, губернатор, понял. Да. Все стало плохо. И Виене минус 10. И эта скотобаза чертова ходит куда хочет. Просто задрал. Stragglers will be left behind. Он просто забрал. Father be praised. How can I help? И в город стать не могу. Там чума, блять, все еще все сломал, сука, других слов нет. Следующий ход будет у нас жопа, да? Жопа, Новый год. Так, мне нужно, значит, один стрелок, два конника, 8 отрядов. Не знаю, где они появятся. Мятежники, я имею в виду. Ну хрен бы с ними. Так. Что мне остается еще сделать? Начать формировать новый Валентий. Сосуки. Слов нет. Бизанцию. Ладно. Бизанцию мне нужно собрать войска. Вальда. Меткий стрелок. Опыт плюс один. Ученый, скорость, пополнение, налоговая, Лаберт налоговая. Ну, значит, Вальда, будешь ты. Остановить наследие огонь и меч, 4 ранг. Хорошо. Тут аж еще есть. Замечательно. И ступим. Значит, мне что надо? Один такой, два таких, четыре таких, два таких, четыре таких, три хода. Великолепно. Просто великолепно.
Свинец. Слушайте, а здесь свинец есть. Это здорово. Только все это устанавливать надо. Что-то даже перестраивать. И смысла в этом никакого нету. Так, мне бы их никакого агента найти. Найти назад. Если на нашу территорию просочаться, их надо нейтрализовывать, а у меня воители в какой-то ЖЖ находятся. Ну, сгуты, ну, сука, ну я вам это не забуду. Завалили последнего. Хильдеберта. Сена Кловиса, да? Самого долгоживущего. Вот смотри, что сделала. Ну и все. Осталось только две женщины из этой линии. Из второй. На этом йог. Вали в комитаты. И все, да, исключено по контролю 47. Да, засада. Что, давайте делать ход, смотреть, что нам еще принесет он. Ну, вот такая вот новость интересная. В Бордегалу пришли мятежники, они появились и сразу же решили прийти. Благо у нас тут есть и гарнизон, 3 отряда, есть и флот, 1 отряд. И... сами они слабенькие все, да? По крайней мере, наши копейщики запросто делают. Здесь у них никаких шансов на автомате. Давайте всех уничтожим. Решительная победа. Хорошо. Но я вас не забуду. Началась у нас гражданская война, плюс у нас теперь провинция Прованс. Это что за провинция такая? Прованс. Это у нас... вон он. Хрен с тобой. Итак, что у нас тут? У нас повысилась и армия, и сам генерал. Кстати, отставить вот сюда надо. Общественный порядок лучше. Альвгер, плод инцеста. Супер. Чего только не бывает. Хранитель. Традиция. Хорошо. Постройки, набранные отряды. Что ты? А, я здесь тоже скину, вспомнил. Ну-ка, ребятюньки, стоять на месте, сучки. Стоять. Ну вот и конец гражданской войны. Ура. Шикарно. Гражданская война закончена. У нас почему-то знак какой-то висит. Странно. Путь по болотам опасен. А, ну, в болото зашли. Ну вот, и теперь уже даже без отряда в Бордегале, вообще во всей провинции, плюс 4, ребят. Плюс 4. Шикарно. Давайте смотреть, что у нас еще есть. Вот теперь Аквитания у нас. Арверны разграбили. Стало все плохо. Минус 12. Так что давайте на ускоренном марше отправимся в Лимоном. Там что-нибудь попытаемся сделать.
Радостная весть, прошла чума у нас. Прошла чума в Британии. Все стало хорошо. И это меня радует, конечно же. Нам бы еще вот эту суку поймать. Который вообще не пойми, чем занимается. Ready for battle. Просто не понимаю. Может, мы его все-таки здесь заловим? Ты еще нанимаешь, да? Нанимаешь. Ах, чутка не хватает, а? For the Lord, our Savior, thirsty for battle. Move out. You have further orders? Так, тебе потребуется еще два хода, чтобы все нанять. Давайте-ка посмотрим, что еще можно. Еще два отряда. Например, вот этих. Шикарно. Вражеских агентов я не вижу. Когда там уже, я не знаю, придут эти, как их, римская экспедиция в Италию. Иди, уже должна прийти. Так, у нас тут сейчас будет восстание. По идее, все равно тут цену восстанавливать очень дорого все это дело. Что делать? Арверну восстановить. Бубонная чума. Валенция тоже под ударом. Арверна под ударом. Смысла, наверное, сейчас это делать нету. Я так думаю, по крайней мере. Давайте лучше уж тогда колодец, даже резервуар построим в Австразии. Я думаю, это даст нам больше плюсов. Итак, мы видим. Они сагрились на нашего короля, который ускорил марш был. Попробуем отойти. Journey completed. А им насрать. Они нас сами нагоняют. И у нас с вами будет охранительная драчка. Все так просто тут было сейчас. И все так просто тут. Равные силы. Даже может сказать преимущество. У них войска были прокачанные. У них более прокачанная. Ну что же, господа, товарищи, на этом серию я заканчиваю, да, на самом интересном серия заканчивается, как в самых лучших, понимаешь, сериалах мира, да. Так что обязательно ставьте лайки, ну либо дизлайки, комментируйте серию, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение, в котором мы увидим этот захватывающий бой. Желаю всем всего наилучшего, удачи!